Друзья, всем привет! Всем добрый день! В общем, что хотела вам сказать? Хотела с вами поделиться своими переживаниями по поводу своей внешности. Монтировала видео и пришла к выводу, что мне срочно нужно скинуть несколько килограмм. Глядя на мой овал лица, пришли мне такие мысли. Но я понимаю, что камера увеличивает в несколько раз, но, судя по моему овалу, ощущение, что меня снимает несколько камер. Сейчас мы с вами пройдем к весам и, значит, взвесимся в первый раз от начала программы похудания. Для начала, значит, я хочу убрать ужин, либо ужинать в 6 часов. В общем, после 6 к пище не притрагиваться. Это первое. Второе, прекратить покупать хлебобулочные изделия. Значит, третье, не знаю, как это пережить. Без сладкого я жить не могу. Особенно очень люблю сладкое с кофе. Ну, пожалуй, сладкое утром, по утрам оставлю с кофе. Во второй половине дня не буду есть ни хлебобулочных, ни сладкого. И не есть после 6. Будем взвешиваться один раз в неделю. В зависимости от того, я честно вам скажу, я еще к весам не подходила. В зависимости от того, сколько я вешу сейчас, будем, ну, перебарщивать, конечно, не будем. Если, допустим, я сейчас 60 вешу, то килограммчика, килограммов, килограмм 5 нам надо будет скинуть. Предлагаю вам последить за этим процессом, а может быть, даже присоединиться и принять участие. Немножечко привести себя в порядок, так как это собираюсь сделать я. Так, теперь что, надо дождаться, пока будет по нулям? Да. Что? Встаю? Да. Семьдесят девять, 59, 79, 74. 59 килограмм 740 грамм. Друзья, ну что вам сказать, как я и предполагала, почти 60 килограмм, 59 килограмм, 740 грамм. Ну там пускай минус телефон, обувь, ну, в общем, 59 килограмм. Значит, отсюда, от этой цифры будем отсчитывать, и нам нужно убрать 4 килограмма. Вот. В маске-то еще туда-сюда как-то все это смотрится. Мой овал лица. А без маски-то, конечно, ничего хорошего. Ну что, приступаем, друзья. Садимся на диету. Следите за развитием событий на канале «Истории из жизни». С вами была Ольга Курносова. Всех обнимаю, будьте здоровы. Пока-пока.